это без шутки, но меня добил Зафир. Творилюд. Ой, а что касается Медвепута, я вам должен сказать, в Москве же сейчас Кремль называют берлога. Там в связи с кризисом сейчас медвежьи услуги оказывают. Кстати, к вопросу трудящихся наших и не трудящихся, оказалось, самый популярный вопрос весной, который задавали люди друг другу, вы за кого голосовали на выборах Дмитрия Медведева? Недавно Дмитрий Медведев и Владимир Путин присутствовали при запуске межконтинентальной баллистической петарды, которую можно поздравить с Новым годом любую страну мира.